Вау, но мне этот город прям нравится, очень уж дом напоминает. Геральт, может, ты голоден? Вот я прям голоден. И у нас тут еще целая куча квестов, Геральт. Например, есть «Одержимые демоном». На тех холмах за фруктовыми садами, вот надо с ним разобраться. Еще тут дети начали пропадать, надо разобраться, что с ними случилось. Ты что задумал? Геральт. Геральт. Нам не нужны больше квестов, у нас много квестов. Жители видят призрака в поле в полночь. Интересно. Нет, правда, это очень интересно, Геральт, но может ты возьмешь что-нибудь из того, что уже есть? Семья стражника недавно пропала в этой деревушке. Подозрительно. И хреново для семьи стражника, ну давай просто вернёмся к одному из... Южные леса начали погибать без причины. Странно. Простите, ребят, он очень любит квесты. Оборотень. Грифон. Геральт, хватит. Что это? Возьми еще один и все. Собрать хватит. Утопцы. Геральт, найти ты меня вообще слышишь? Монету. У нас рядом на руках уже огромное количество монстр. Квестов. Геральт, ты об эти квесты уже все мечи сейчас переломаешь. Ты малый шатный, Геральт. Интересно. И что будем делать? Что теперь будем делать? Геральт! У тебя тот квест портит нам другой наш квест! Простите, простите, я извиняюсь. Геральт! Может, тогда хотя бы первый выберем? Геральт, не мог бы ты мне напомнить, какой квест ты все-таки взял? Группа охотников исчезла 2 дня назад. Возможно, мертвы. Люди слышали крики с этих лесов. Возможно, тут место преступления. О, и правда, вот и оно. Не думаю. В смысле, не думаешь? Вначале я должен все хорошо изучить. Геральт, мне кажется, можно быть... безошибочно уверенными, что это место преступления. Откуда тебе знать? Увидел бесполезными человеческими глазами. Закрой бесполезный человеческий рот. Хорошо, убедительно. У меня невероятно сложное ведьмачье чутье. Тебе не понять. Ну, тогда, возможно, Геральт, стоит осмотреть это место, и вдруг наткнешься на место преступления. Так и быть. Тут ничего нет. Надо осмотреться. Что я ощущаю ведьмачьим чутьем? Ха! Труп! Я нашел труп! Отличная работа, Геральт. Что тебя убило? Нужно использовать ведьмачье чутье. Что это? Нужно использовать ведьмачье чутье. Геральт, это отрубленная рука. Ты держишь отрубленную руку в своей руке сейчас. Она слишком крупная и размытая для отрубленной руки. Это называется оптика. Тебе нужно ее немного отодвинуть от своего лица. Не мешай. Я должен лучше использовать ведьмачье чутье. Это отрезанная рука. Именно она? Годы обучения в Каэр Морхен. Теперь нужно найти монстра, сделавшего это. Куда он пошел? О, ладно. Гадость, гадость, гадость. Ну что ж, давай осматриваться. О, Геральт, не знаю, сколько это полезно, но там следы из крови ведут прям... Ты можешь замолчать, Лютик? Ты меня тормозишь. Я использую ведьмачье чутье. Улики. 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 А! Следы крови. Я нашел следы крови. Я нашел следы крови. Хорош. Да. Я нашел следы крови. Да, это ты сделал, Используя ведьмачье чутье. Я нашел кровавые следы. Хорошо. Теперь, получив эту информацию, ты что-то будешь делать? Я сделал свою работу. Да.
Так, ладно, как думаешь, кровавые следы создают какую-то дорожку? Да. И может что-то, ну знаешь, можно сделать с этой дорожкой. Сейчас попробую сделать еще проще для тебя. Может быть, мы могли бы... Пой. Пой. Геральт, может быть, мы могли... Если бы мы по ним двигались, как называлось? Пойти. Пойти, да. А мы могли пойти... Мы должны пойти по следам крови. Хорошо. Отличная работа. А ты прям хорош в этом. Используя ведьмачье чутье. Нужно идти по кровавому следу. Да, хорошая работа. Да. Потише, Лютик. Я использую ведьмачье чутье. Тут обрывается кровавый след. Куда мог деться монстр? Следы тут просто исчезли. Может, просто посмотрим на большой красный... Тихо, Лютик. Я что-то вижу. Сарай. Монстр, скорее всего, прячется в сарае. Отличная работа, здорово, хорошо. Используй ведьмачье чутье. Тихо. Хорошо, я остаюсь тут. В смысле, ты не пойдешь с монстром сражаться? Нет, мне лучше остаться тут и написать несколько песен о твоих приключениях или типа того. Обещай так не делать. Ничего обещать не могу. Это что? Черная кровь. А что черная кровь делает? Делает мою кровь ядом. Делает твою кровь ядом? Да. А тогда еще один вопрос. Зачем? Если меня сожрет монстр, он сразу умрет. А ты как? Не умер? Я ведьмак. А это что? Поцелуй. Он не дает кровоточить. Только у тебя после него как раз глаза закровоточили. Полнолуние дает бодрости. Геральт. Что? У тебя вены прям на лице выглядят так, как будто сейчас лопнут. Мне нормально. Геральт, пожалуйста, остановись. Зелье Петри увеличивает силу знаков. Геральт, хватит. А это что? Геральт, ты пока даже не знаешь, какой там монстр. Поэтому нужно каждое зелье выпить. Я не дам тебе, Геральт. Я сам знаю, когда с меня хватит. Ау. Геральт. Слушай, просто доверься мне. Пытаюсь. Просто пойми, я ведьмак. Да, ты он. А ты не ведьмак. Нет. Ты даже понятия не имеешь, как это работает. Понятия не имею. А я имею понятие, как это работает. И я должен быть готов к любому исходу сражения. Разумно. Ты понимаешь, о чем Понимаю. Я? Понимаю. Удачи, Геральт. Славно, мне нужно убить еще зелье. Хорошо. Хорошо. Геральт. О, черт, это нехорошо. Я сваливаю, а ты нет. Я сваливаю. Ты там лежи. Ну, зашибись. Геральт! 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 Что? Я ждал, ты все с концами. Я в порядке. Итак, ты готов идти в сарай? Какой сарай? Сарай с монстром? А, с монстром, естественно. Тогда хорошо, пошли. Кстати, Геральт, что ты сегодня усвоил? Нельзя пить много зелий. Извини, что? Нельзя пить много зелий. Не расслышал. Нельзя пить много зелий. Именно, Геральт, нельзя пить много зелий. Короче, я готов. Хорошо, а я тебя прикрою. Прям за этими дверями сарая, прям за этой телегой прячься. Никого не видно. Но именно тут прячется монстр. Хорошее место помедитировать.
Привет. И кто ты? Я выискиваю тут... монстра. Ты ведь Брукса? А ты тут убить меня? Ну смотри... В смысле... Ты же знаешь, что за твою голову награда. Как жаль. Ты на самом деле невероятно привлекателен. А могли бы повеселиться? Ну, время повеселиться-то у нас еще есть. Эй! Милаха, ты куда пропала? Ну ты, сука, непредсказуема! Ты куда делась, монстр уродливый? Снова ты, Милаха. Я тебе нравлюсь. Будь уверена, еще как. Тогда, возможно, могли бы немного покувыркаться. Страшная сука! Ты страшная, страшная! Своей божественной красотой! Геральт! Геральт! Ты в порядке? Я драку слышал! И решил прибежать. На самом деле не знаю зачем и чем могу быть полезен, но у тебя что-то на лице... О, привет! Два здоровяка. Сегодня прям мой счастливый день. Вау, Геральт, она реально прям красотка. Пресвятые боги! А ты мерзкое отродье. Так что, повеселимся? Ну, сейчас или потом? Геральт, ты сейчас серьезно? Ну, а как бы ты сам хотел? Хотел бы пожениться и состариться с тобой. Геральт! Что? Ты чё, не понимаешь, что она такое? Ты не должен смотреть на то, что снаружи. Главное то, что внутри. Мерзкое демоническое отродье! Нет. Моя прекрасная принцесса. Ох, дружище, ты в порядке? Она была так сексуальна. Да. Вот мы и вернулись. Ветер воет. Ты постоянно так говоришь. А, ведьмак, что тебя привело в наши края? Я убил твоего демона. Это была Брукса, она пряталась в севернее, в сарае. И жители деревни будут рады этому. Теперь про оплату. Возьми столько, сколько стоит твоя работа. Столько и возьму. Ну и может еще чуть-чуть. Геральт, я думаю, нам этого вполне хватит. Хотя давай все, давай сюда. Геральт, что ты делаешь? А что у тебя еще есть? Геральт, но хватит и того, что есть! Кольцо, вот я еще возьму кольцо. Нет, не надо кольцо. Что еще у тебя есть? Геральт, какого хера? Снимай. Что он делает? Растить, пожалуйста. Сейчас не снимается. Вытяните руку. Что еще есть? Так, отойди. Что у нас тут? Сколько всего. Да. Заберу. У вас прекрасный... мусор. Дом. Вот это вроде неплохая штука. Быстрее, Геральт. Вот это дорогое. Хорош. Это возьму как оплату. Увидите монстров. Дайте мне знать. Вот именно поэтому все и ненавидят ведьмаков, Геральт. Вы, у**ки! Геральт, по-моему, мы плохие парни. У**ки!
Это было очень нехорошо. То, что ты сделал. Куда мы дальше? Какой следующий квест сделаем? Спасибо большое за просмотр и обязательно подписывайтесь на соцсети по ссылкам в описании. Там серии выходят намного раньше, и вы никогда ничего не пропустите. А перевел и озвучил Виски. Ага. Production value. Oh my god, it's still gone.